лежит, он нога его нахуй. Мотоцикл ебаный, вон там какая-то хуйня. Аварийку включи. Ты с ним ехал? Ты с ним ехал? Ты живой там? Ты пьяный, что ли? Вот он пьяный там нахуй кувыркается. Слушай, ты ляг, лежи, никуда не уходи. Я скорую вызвал. Ляг, лежи, я скорую вызвал уже. Не дергайся. Ну, короче, оттуда он, где мотоцикл лежит, он здесь, шел. Это пиздец. Сейчас еще, не дай бог, меня нахуй приплетут к этой ситуации. Ну, тут камеры здесь стоят, как бы тебе. Ну, это пиздец. Случилось-то, хоть расскажи, как вы так уебались-то? Он мне маленько хуёво. Я понял, что случилось, как вы так убили? Ты видел там, кто за рулем-то был на мопеде, или как там оно, скутер называется? М? Что было-то? Не знаю. Не знаешь? А чей это мопед? Твой? Нет, мой. Очень. Ты с ним ехал или ты шел? Или... Не мой мопед. А, не твой мопед еще? Или он тебя сбил и убился там нахуй? Что было-то? Все, скорая приехала наконец-то, ёбан. Нога его торчит, ну вроде еще живой нахуй. Там у него нога куда-то застряла, мы его не стали тревожить. Живой? Живой? Ну слава богу, что живой нахуй. Ебать, есть это те велосипеды? Говори. Все, живой нахуй, ебать. Очухался нахуй. Слава богу нахуй. Ебаные эти велосипеды. Еще один тут нахуй летчик, ебать, густого. Как зовут тебя? Просто спать лег. Я всегда останавливаюсь, а тут ебать фара из кусков торчит, нога из-под мотоцикла нахуй. И никаких признаков жизни не подает человек. Я, блядь, пиздец. Жена нахуй орет тут на него. Спокойно. Да дайте врачу осмотреть человека. Куда посмотреть? Ё-моё, сопротивление полиции делает. Вот и так все. Ты скажи нормально. Если ты женщина, вы пьяная. Иди. Отойдите, пожалуйста. Отойдите, говорю. Дайте медикам поработать. Отойдите. Женщина, отойдите. Я вам нормально сказал. Отойдите. Я вам нормально сказал. Отойдите. Не трогай меня. Ебать, все пьяные нахуй. Ебать, говно, он еще скоро едет. Ебать, я тут понавызывал нахуй. А вы почему? Дай с ним поговорить. Дайте врачу. Ладно, ребята, сегодня репортаж закончен. Все живы, здоровы нахуй. Все, ну, они пьянючие.